Привет, я Артем Валиев. Сегодня расскажу о книге «В Питере жить». Вслед за успешным проектом «Москва. Место встречи» вышел сборник рассказов, заметок и эссе о северной столице – Санкт-Петербурге. Перефразировав Максима Сергея Шнурова, составители точно отразили идею книги. Петербург в ней представлен не парадно-разгульным, а повседневно-бытовым, серым, но уютным. Таким, наверное, каким его видят коренные жители. Как и в случае с Москвой, рассказы написаны специально для сборника. 35 знаковых лиц города на Неве описали свой личный Петербург. В списке авторов ожидаемо замечены Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Андрей Аствацатуров, Татьяна Москвина, Дмитрий Быков, Даниил Гранин и Елена Чижова. Не вполне ожидаемо Борис Гребенщиков и Елизавета Боярская. Вероятно, появление этих имен продиктовано стремлением собрать звездный состав. Но без сырого эссе Боярской и невнятного стихотворения Гребенщикова книга не стала бы хуже. Формат сборника помогает наугад открывать любую историю, поэтому сразу советуем читать разорванный портрет Никиты Елисеева и царский ужин Эдуарда Кочергина. Елисеев поведет вас пешком к морю, дорогой петербургских историй, легенд и тайн. Объяснит, как море вторгается в петербургскую литературу и может плеснуть где угодно, даже если город отгораживается от него. Кочергин же усадит рядом с шатунами, ну, бомжами по-теперешнему, пить самодельный сидр и жарить невинно убиенного лебедя под стеной Петропавловской крепости. Как только войдете во вкус, открывайте историю Андрея Битова о переезде в просторные комнаты коммуналки на Невском из тесной комнатушки родительского дома на Аптекарском. Затем в компании Андрея Аствацатурова познакомьтесь с тайнами петербургского общественного транспорта и послушайте признание Михаила Петровского в любви родному Эрмитажу. Акварели Лизы Штормит, афорт Михаила Шемякина и рисунки Виктора Тихомирова дополняют романтику петербургского текста. То тут, то там появляясь на страницах сборника. И только ради того, чтобы любоваться ими, хочется носить книгу с собой постоянно. Сборник обречен на успех у читателей. Книга о Москве также хороша собой и хвастается громким авторским составом, но в питерском душевности на порядок больше. Такая уж аура у этого города, что даже в книжку о нем влюбляешься с первого взгляда. Читайте сборник, а еще лучше – уезжайте в Петербург вместе с ним.